Завершился первый день голосования на выборах в депутаты Народного хурала парламента Калмыкии. Эксперты на протяжении всего дня следили за избирательным процессом на участках. В результате, как сообщили в центре, серьезных нарушений не выявлено. По словам экспертов Игоря Лазарева, несмотря на то, что это первый день, жители Калмыкии уже активно проявили себя в голосовании. Люди активно голосуют, хорошая явка у людей, смотрю. На каждом избирательном участке есть наблюдатели. И также есть наблюдатели, которые обучались на базе Общественной палаты Республики Калмыкия. Мы их видим, разговариваем, узнаем, какие нарушения есть или нет. Но на данном этапе, вот первый день прошел, и все идет согласно Конституции.